Всем привет! Буду замачивать на вечер шашлык. Сегодня будем шашлыки делать. Давно не делали. Опа, свет включу. Тут так ничего не видно. Тут одно, ну, крылья только, больше ничего не тут. Они такими уже порезаны. Без вот этой такой длинной штучки, которую все равно никто не ест. Ну, где, наверное, сами перья там или что, не знаю. Это мы покупали у нас на местном. На местной птицефабрике, там такой магазин у них, можно, не знаю, почем они даже. В общем, я покупала 2 килограмма, 2 пакета. Вот тут килограмм, нам хватит. Такой вот лучину выдерну. Смотрите, какая гигантелла. Такая большущая лучина. Ей бы еще расти, конечно, очень корень хороший. И сама она еще тут зеленая. Вот я ее сейчас сюда порежу. Добавлю соль, как обычно. Майонеза чуть-чуть, чтобы мягкие были и сочные. И приправа какой-нибудь сейчас. Я все вот сделала. Все вот размешала. Такая красота получилась. Запах вообще. Ванька играет. Машина свои возит, как обычно. Ой, вкусно вообще это пахнет. Не представляю. Еще лаврушку там добавил. Такой хороший лист. Сейчас открыла лист. И там вот такие прям зеленые. Такие прям вот ровные листья хорошие, зеленые. Но не надо, это ровно. Что такое, если еще вижу, я правда не помню, где его брала. Все вижу такое еще. Обязательно куплю. Мама, ну, это что? Сырок. Сырок? Нет. А что, не поняла? Который печеный. Печеный сырок? Который это огромный. Шашлык? Да. Ну, шашлык вечером, Ваня. Ну, хоть сейчас. Нет, сейчас нет шашлыка, мы только его замочили. Какой костюм у Вани. Это я на Авито. Ну, там одежда такая дешево продается. Ну, кто-то свою продает бэушную. Я ему вот заказывала. Не помню, сколько. Там кофта Настя наваляется, как обычно. Да. Я только пришла с улицы, ходила. Парники поливала один и второй. У нас сегодня погода такая. Солнышко светит. Хорошо. Вот я вчера косила. Везде скосила. Там беленыш висит. Виноград, цветы мои, яблони. Две штуки там. Мама, кто там мясо делает? Не знаю. Яблони там в углу, но нет ни одного яблока. Ну, одна яблоня, она нехорошая. Потому что там яблоки такие, знаете, деревянные. А вторая яблоня вкусная, но... Одна ветка осталась, совсем она развалилась, отломилась, все, одна ветка только осталась. И тоже нет яблок, только на диких в этом году много. Мама, вообще. Мама, ты сломала маленькую палку. Да, вчера, когда косила. Ну, палка такая-то, мы когда-то хотели сделать беседку, огородили, вот палки торчали. Но ничего не получилось. Так, мама, вообще... мам. Если скосить, которого вот это торчит палка. Угу. Обязательно скошу. Сейчас прям пойду косить. И скошу, пойду до картошки, надо докосить. Будет около собаки, там еще осталось немного. Он кот приблудный ходит. Только кормила. Вот я не знаю, я не успеваю их кормить. Они за мной просто, вот они даже мне встать-то не дают. Путаются даже в ногах, я не знаю. Это ужас какой-то, нигде не пройти с этими котами. Так, в общем, и вот до картошки, говорю, надо докосить. Конечно, в идеале и картошку бы обкосить. Ваня, все-то ободрал. Потому что там тоже такая трава уже, ну, уже все заросло. Что у нас так темно, не пойму. Хотя на улице солнце светит. Угу. Настя пошла смотреть, есть у нас угли или нет. А то, может, у нас их и нету нифига. Я что-то думала, что есть, а что-то ее нет давно. Наверное, ищет. А их, наверное, и нету. Ну, ладно, пойду. Мама. Пойду косить, еще передумала, надо тоже скосить. Да, Ванечка? Мама, пока стою так. Стою. Вот так стою. Почему так все темно, не понимаю. Подушка там лежит. Это Ванька, когда, если с нами тут сидит за столом, обедает или ужинает, садится на подушку. А то ему вообще не достать.
Водички хочешь? Я с самосудой. Сейчас буду жарить батон. У меня вот такая ярмарка ржевская называется. Он такой уже, ну, он еще мягкий, но, ну, не знаю, третий день, может, ему, не знаю, в общем. Вот здесь у меня одно яйцо, песочка чуть сахара и молока. В общем, так вот обмакиваю. Вилка тут вечно. Обмакиваю как бы там. И наскребаю тут. Будет вкусно. Чай тут нет. У нас вообще в магазине ничего нет. Сушки, печенье какая-то ерунда. И пряники. И больше ничего нету. Больше нечего. Настя, не кидайтесь карточками. Никто ничего не берет. Чудаки. Я уже одну сковородку тут пожарила. Одна уже готова. Сейчас еще буду снимать. Косила, вот леска закончилась. Пытаемся поменять видео, смотрим, как бы мы сделали, но когда косишь, хочешь леску побольше, ну, надо стукнуть, и она не выезжает. Поэтому, значит, неправильно что-то сделали. Смотрим еще, как поменять правильно. Мам, и я смотрю. Хотела показать, какая сморода. Смотрите, какая красота. Вообще, такие ветки висят. Обалдеть. Во. Просто все в красной смородине. Она еще там и недоспела, и спелая. Прямо ломятся ветки. Вот птиц только тут. Они такие, главное, ветки длинные в этом году. Такие вкусные. Вот такие ветки. Вот такие все длинные. Это на этом кусте. На этом они не такие длинные, они крупнее ягоды. Ну тоже вот. Хорошие. Там вот все вот в смороде. Это, сейчас покажу. Вот какие крупнины. Какие крупные ягоды. Вообще просто обалдеть. Сейчас вторую ветку покажу. Вот. Такие вот. Да нет, фокус опять. В общем, вот такие они чуть-чуть не дозрели. Вкусно. Много-много смолы, в общем. Просто вот еле держу. Очень много. Красная. Хочу, что есть. Я ее вот тоже стригла. Хочу, что есть. Вань, кто тебе не дает? Вот такую. И она вот, и вообще я всегда под нее траву кладу скошенную. Мама, я зеленая, колыбкаю. И еще, по-моему, не знаю, в этом году, что ли, я чуть-чуть сыпала навоза куриного. Черноплодка. Черноплодку я только раз собираю, трехлитровое ведро, ну, ведерко. И варю варенье. Вот только 3 литра. Потому что больше не надо. Мы с ней только это, блины едим вкусные. Черная сморода. Она вообще такая тут плохенькая. Но все равно ягоды вот есть. Такие. Мало, но есть. Она вообще какая-то была. Заболела чем. Вань, тебе делать нечего больше, Вань? А? Потому что тебе делать нечего, я смотрю. Вот ее мало. Вот, новые ветки тоже отпустила.
Может, оклемается моя земляника. Я тебе сейчас домой загоню. Ты зачем ягоды портишь? А? Такой бандит прям вообще ничего не понимает. Только что-нибудь навредить. Больше ничего, да, Ваня? Там зеленый. Неважно. Зеленая потом поспеет. Сливы вон все гнилые. Все червивые. Это два куста. Один вот тот, по-моему, вот дальний вот этот куст. Он был здесь, когда мы приехали сюда. А вот этот мы в лесу выкапывали. И такая крупная смородина. И прям ветки даже отваливаются. Вон сколько. Много. Много смороды. Все везде, на каждого. Да, насколько много. Да, Настя? Поняла, как делать-то? Капец. А я там не докосила. Картошку обкашивала. И не доделала. Мы тут уже срезали кочан. Такие кочаны. Это маленькие, а тут такие получше. О, такие хорошие, плотные. А вот вообще такой большой. Это вот летняя капуста. Картошку там вот мы копали. Там тоже копали. Ванька простой, не отходя от кассы. Да, Вань? Ты же хотя бы верхний бы не... Ой, ужас. Бархатцы такие красивые. Красота такая. Такие, главное, все одинаковые. И там тоже вот все одинаковые бархатцы. А здесь один вот такой большой. Так, и капуста. Надо маленькие капусты. Один гладиолус только выжил. И то почему-то он никак не хочет меня расцвести. Вот сливы тут тоже. Тут вот сливы. Ну, как бы их много, но не знаю. Доживут они. Здесь-то кошка пришла. Все мне присрало. Все вообще. Что можно и что нельзя, все обосрало. Ой, сподобает. Вкусно, Ваня? Ну и чудак. Это мои помидоры, потом будет время побольше покажу. Настя разжигает наш, в кавычках, мангал. Да, Настя? И они мороженое едят. Я когда косила, они собрали такие два ведерка из-под ваты сладкой. Нет, это как его, смороды черные и красные. Потом, ну, в общем, это все стакан. Молока туда чуть, песка. И взбили блендером. И вот заморозили. Ваньки кисло. И вот такое мороженое едят. Такое красивое, да, Настя? Интересное. Ваня, Ваня. Вот. Коты. Кс-кс-кс. Еще серый фон там около белья лежит. Сейчас я им костей дам. А я вот сено. Ну, не сено, это трава. Убираю. Такими вот грабельками. Тоже кучка такая. Не знаю, потом куда дену. Наверное, это ну, куда-нибудь под кусты, под какие-нибудь. А то у меня это божье дерево. И рядом, не знаю, как оно называется. Как-то, не знаю, в общем. Это мне дали. Там я у кого-то увидела и тоже захотела, как обычно. Не знаю, что это такое. Перестану кричать. Такие цветы. Не знаю, будут там ягоды или нет. У меня первый год такой. Он такой прям это волосатенький чуть-чуть. Ну, красивый, ладно, пусть будет. Только я, блин, рядом посадила с этим. С деревом, с этим. Мам, покажи. Не несутся. Кс-кс-кс-кс-кс. Наш кот, как обычно, самый последний. На. Мама, смотри, как он дымится. На, кот.
Вот так и будет. Как дурочка. Честное слово. Это кот, ешь. Что это не дай? Уже туда побежал. Господи, боже мой. Самое голодное. Что-то серого второго нет. Не знаю, где он. Вчера приходил. Вчера с нами гулять ходил. А сегодня что-то даже не видал целый день. А тут, как обычно, схватит кусок и убежит. Который вот убежал сейчас. А наш кот, как всегда, как аристократ, сначала оближет, по сторонам посмотрит 1000 раз, и потом где-то начнет есть. Пошла дальше грести, пока Настя тут разжигает. Все пожарила Настя. Мама, мам! Нам ужин. Подуй, пожалуйста. Сейчас вот такая вкуснятина, запах стоит просто, наверное, на всю деревню, не то, что на наш весь огород, да, Настя? Вкусно? Угу. Очень вкусно, я тоже, у меня уже прямо в желудке там бурчит. Прекрати. Сейчас котам всем кости будем давать. Правда, они куда-то уже половину бежали, одна кошка тут, блин, какая-то стойкая. А нет, кот там около белья, чешется, сидит. О, надо мать отнести. Нет, наш. А, да? Ну, наш. Не наш, в смысле это. Насте пришлось на коляску сесть. Ванька никак наотрез отказался. Сказал, не буду, все, хочу тут сидеть на лавке. Ну, ладно. Ничего страшного, да, Настя? Я очень делаю. Что? У нас поздний ужин. Не знаю, сколько времени. Время 7 часов. Ну, в принципе, не поздний. Вчера, по-моему, позже или нет. Угу. Не помню. Ну, ладно. Хлеб тут у нас еще. Майонез много. Я уже вторую. Этот кетчуп. Угу. Ладно, буду тоже, хочу уже.